17-й. Синего. И один хп старт. И один хп старт с сертификатом. Я уже дважды доджил один хп старт подряд. До этого был, по-моему, матчбук, по-моему, какая-то хуйня была, теперь у нас сертификат. На одном хп старте, блять, ору просто. Как же ору. Так. Сертификаты. Юкай не поставил на стекло? Ты чё, конч, Юкай? В смысле, ты на стекло не поставил? Я думал, сейчас точно выиграл. Получается, нет. А получается, никто не выиграл. Упустил свой шанс. Так, P220, U2VQ. Даже статы вроде нормальные, я могу поиграть, попробовать маленько. Не знаю, что я беру. Я знаю, что я беру, скорее всего, но, возможно, я не знаю, что я беру. Сейчас, конечно, скорее всего, я все знаю. Вполне себе и так. Это лишняя тычка. Так что для подстраховки можно взять. Не знаю, что жду. Видимо, первый этого уже думал, может, что-то будет типа на синергию какую-нибудь странную. Вдруг. Бывает, что, не знаю, какая-нибудь хуйня в этом руме, ты уже можешь передумать, что брать сертификата. Такое бывает. Ух ты. Ух ты. У меня больше бомб нету. Ух ты, блять. Как круто получилось. Ну, ладно. Теряли белое хп. Охуительная комната. Охуительная комната для одного хп старта. Я считаю. Видимо, нет нихуя. Так, пошли лазить. Можно теперь все исследовать. Думаю, так я все же сделаю. А? П, хорошо. Ну, это все обойду. Вам только нечаянно вайтом не въебаться на автомате. Привет, Гошера. Бланк руна здесь, по-моему, не все съедает. Там ограничения есть. Сколько можешь съесть айтемов. Но сколько там можно, да, съесть? Какую-то часть айтемов можно съесть. Нормально, неплохой сертификат. Неплохо вроде полазили.
Сегодня на гриб возьмем. Пусть будет. Думаю, этого хватит. Лоу. Эпичный старт. А может быть здесь... Ну, может быть... Найс. Даже может быть на дьявола пойдем. Теперь у них хп уже есть. Нам. Вкусно. Еще будет на фарм хорошо. Да, в смысле. Да пофиг. Вторую найду. Бля. Еще пофармить. У меня, по идее, аркада есть, да, может быть? По идее. И не будет. Ты! Хуета мини-боссовская. Зажал нахуй. Ладно, тогда будем этим пользоваться. Тогда будем этим пользоваться моментом. Теперь еще будем бэтрип должен продать. Да в пизду. Так долго нахуй. Слишком нахуй долго. Слишком долгое ожидание проклятой хуйни. Сколько она? Полминуты, да, будет длиться, наверное. Параша. На полминуты. Соборезаем сиджем. Это же залочу, наверное. Варева. Учитывая, что у меня Мэггис Боу, потому что не такая плохая идея. Так же все красных хп не потеряю очень быстро. Три из трех. Приятно сдался.
Вау. Редкий. Ты редкий. Ты меткий. Ты урод. Ладно. Хватит, видимо, пока. Ага. Хороший ран намечается. На другой стороне, да. Блин, так не ходить тебе обратно. Чем 5 копеек надо бы найти, да? Все же на аркаду там. Сейчас я снова пойду обратно. Когда прям, может, сочный будет. Трусы, ну кто-то еще правила не прочитал при нажатии на награду. А зря. Очень зря. Вот мы диагоналом. Выебать. Нормально. Дизастер, пожалуйста, прочитай правила хуйни, которые ты нажимаешь. Надо спамить айтемы. Тем более, если я даже их не увижу. Потому что ты их еще пишешь на русском. Так. Так как будто лучше, наверное. Там. Eternal D1 это что такое? Кто-то, походу, вчера перепил маленько. Какие-то новые айтемы выдумал. О, десо тут нашли. Это, видимо, спойлеры пошли. Эдмунд на ушко, видимо, ему шепнул. Ух, эти секретки. Вторая опять будет, знаю, где на вторую пофиг. Экспериментал. Вау, какая хуета. Какая хуета. Ну ладно. Это не похоже не день хороших эксперименталов. Это явно не сегодня. Переходите в другой день.
Найс. Вот хромает. Так я его обнулял. Поэтому и хромает. Тяжелое. Тяжело. Тяжело. Давай. Недополет. И даже про него не забыл тут же. Тут же не забыл про него. Офигеть. Обалдеть. Я вспомнил сразу же. Сосать чат. Сегодня все помню. Сегодня я все помню. Сегодня я выспался. Ну где аркады, я вообще не понимаю. Почему аркад нету? Скам на аркады происходит. Второй раз уже. Или может вообще тролля, может уже нет того ебаного правила, потому что надо 5 копеек на аркаду. Может это вообще уже в репе не актуально. Ну как будто вроде... Вроде должно быть. А. Лучше Magic Mash, а я может искал мини Mash. Шахимат чат. Я искал уменьшение размера. Вообще-то. И скорость. Так что все еще высели в лужу. Я вовсе не искал Magic Mash. Вовсе это не было моей целью. Так что все. Не троллить. Пилюли искал, да, и пилюли искал. На терзу так, на терзы он мало. Терза пускал. Но, судя по цвету, не нашел, поэтому не стал пробовать. Не похоже были на терзап. Скидка? Ну у меня же денег мало, какая разница. Когда денег много, то да, если денег мало, то наоборот выгоднее скидку иметь, потому что ты один хер все скупишь и просто больше лута купишь. Надо же думать, сколько тебе денег. Типа, если ты деньги никак не сможешь потратить, то нет смысла брать скидку. Если денег мало, то наоборот выгодно все равно скидку иметь. Потому что оно нихуя не меняется. Ты тратишь деньги все равно типа одинаково. Просто ты либо купишь какую-нибудь одну хуйню, либо ты купишь весь магаз. Для типа яиц это одно и то же. Им похуй, что ты покупаешь. Он тупо учитывает, сколько ты денег тратишь. Так что и все. Только это учитывается, а не количество покупок. Просто надо играть с головой. Все. С умом, так сказать. Блять, я нахуй обожаю эти дегенератки. Блять, хуйло, вылезь нахуй с этого ебаного пятачка, урод ебаный, блять. Какой сука ебаный, где тупорылый комната делает нахуй. Это пиздец просто. Просто, блять, комната нахуй ожидания. Это чмо, блять, вылезет нахуй оттуда. Блять, купа. Кстати, ребята, кстати, БТВ. Чё я брал? Я Магизбо брал. Было очень даже и не зря. Вот оно и пригодилось. Смешно. Очень смешно. Очень смешно. Блин, кого получил.
Один, да, прок остался, по-моему. Это, по-моему, самый быстрый прок почки в истории, наверное, сейчас будут. Наверное. Все или еще не все? Да, все. Ну, зря потратил этот бонхард, ну ладно. Смешная хуйня. Я думаю, я с этой хуйней закончил. Пофиг. Он все съел? Я даже не пострелял, все ли он съел. Лол. Тестер. Хуета, понял, не будем есть такую. Да сука, сумел стерейт. Потом ворует, блядь, сердца быстро. Плохо. Хотя, в принципе, с другой стороны... Не знаю, что я ищу. Что я ищу? Не знаю, что я ищу. Я не хочу класса получать. Короче, пошли. Блять, я оставил! Ну, похуй. Ладно, похуй. Терза просто в говне, конечно, тотальном. Одно плохо. И, в принципе, так-то лезвие может даже и лучше. Хочу как подумать. Еще как сказать, что лучше или хуже. Ну, ранг, конечно, уморительный вышел. Это уже вне экрана можно убивать. Нахуй, мое. Мое пошел нахуй. Это все мое. Где нахер? Блять, урод. Ебаный даркбаум. На чем я его получил вообще? Чем мне его дали? Лучше бы леча дали. Пошел нахер, мое. Пошел нахер, это мое. Я же почти успел на босс охуеть. Я почти успел на босс раш. Надо же. Чуть-чуть не успел. Чутка не успели. О, еще и свинячить можно. О, погоди. Ну тут, правда, рестока нет, ладно. Ой, блядь. Жаль, рестока нет, ёб твою мать. Ёб твою мать. Одно плохо, что рестока нету. А так бы, конечно, да. А так бы я бы сейчас, конечно, да. Сейчас бы я, конечно. Ой, бля. Ой, бля. Ой, нахуй. Чё бы сейчас тут началось бы? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята, чё бы тут сейчас бы началось? Сейчас бы такое бы началось. Ладно. Видимо, все же не начнется. Че, лаверс есть. Могу одну хп отдать, наверное. Так, тут нету, я же, по-моему, проебал, по-моему. Да, я проебал постановку. Это срун. Ой. Нет! Нет, да сука, он все сожрал, урод. Все сожрал, скот. Господи, сраный дарбам, а. Ну, за он мне дал лаверс карту, поэтому ладно. Ладно, хуй с тобой, урод. Вроде и света, вроде и полезен. Не поймешь. Ладно, шли нажмем, наверное, все-таки на этом.
мог, по сути, чё угодно вообще, по-моему, зафармить, но... будто нет в этом смысла. А он же не пойдет в счет бамф этого супербама, да? Даже если я найду еще одного френда. Наверное, нет. Подождите! Я кое-что понял. Подождите. Шел нахуй. Надо от него бегать нахуй. Чтобы он не успел хп брать. Урод. Шел нахуй. Главное сейчас не заиграться в этой всей истории еще. Ох, бля. Как же эту игру ломать-то тяжело, боже мой. Как же это сложно делать. Как же это сложно и трудно. Интересная ломка. Я даже не понимаю, что я получаю в этом месиве. Даже толком не вижу. Это мемная карта. Ой, еще лаверс. Можно голсап хотя бы тогда один еще найти? Конечно, можно, в принципе. Еще раз нажать. А этому он уже не дает, да, наверное? Кебаб, наверное, нет. Кебаб. Нихуя, чё насрал. Могут быть айтемы в теории. Тут айтемы. Второй, вау. Яся. Сюда. Сюда. Ера. Шном. Колсап. Кстати. Один и колсап. Все? Не, все, вроде, все высрал. А что? Еще один на этом сделаем. На буквально реально, окей. Так. Мне бы еще не потерять бы Имперор, или он не здесь? Он здесь. Где-то уже экстра Имперор. Короче, тут оставлю. Ты просто хороший, да, я могу ломать секретки, это правда. Это тоже умная мысля. Что, ролов пока всего нет? Ролов таки не было. Сейчас, может, ролы пойдут. Это тоже мысля верная. Ну пошли, в секретке еще потыкаемся маленько и пойдем дальше. Full health я пока еще не видел или не ел. Ha ha ha!
еще имперор. Он такую уже видел миллион раз таблетку. Память уже. Лучше умереть, шанс маленький вроде в этой комнате. Опять выбрали путь боли. Убиваю воздух. Заметил вовремя. Я обратил внимание. Этому очень мало падает. Скучно. Очень скучно. Иду, он сейчас чилен. Сейчас чилен. Чилен туда. А тут кошки не было, да, еще, по-моему. Опять яра была. Сундуки можно в теории не открывать, пытаться, может, там будет айтемы. Попробовать. Тяжело сундуки не открывать уже, правда. В чем проблема? Он тебя еще тут срет. Он еще, по-моему, не насрался. О! Окей, 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 окей. Нашел. Нашел херню. Да что я уже ищу? У меня уже был сертификат. Не знаю, что даже могу найти уже такого вот интересного-то. Особенно в секретке. Если так подумать. Особо ничего. Как выпало. Все карты смешные поискать. Если будет рок-батон. Прямо этого очень мало падают, очень редко, печально. Чрево, кстати. Слово о картах хороших на рок-ботом. Хватит срать!
Подожди. Я сюда еще не вернулся. Не срать. Сэплов садом с этой борьбы бесконечно. Это не знаю. Блять, я ничего не это взял. Ладно, мне тогда было нужно. Ухуй. Question cartel. Приколы. Ну что, нам пора заканчивать. А, еще не все. А, он мне новый уже дает. Еще с ключи наелся. Тоже много, блин, таблеток здесь. Devil. Devil. То мало ли, вдруг реально будет. Или найдем. О, господи. Да, всего 2 хп. Скучно. The Hierophant. Твоим картам. А хотя у меня уже грипп. А мне уже не особо нужно. Так, чё? Это диплем. Чередки. Ничего интересного нету. Не, уже не ломаем. Все, 3 айтема сделали, господи, так мало. Смех. Столько мало. Я на айтемы. Ничего, мы ломали. Нихуя не нашли. Ладно. Полет заберу. Пушку. Блять. Или не заберу. Там можно было, конечно, и не ломать. Где был Имперер? Я его потерял. Кто-то Имперер. Бланку, может быть, даже бланку не нашли. Печально. Так, куда мы шли-то? Наверх. Наверх. Хоть не заблудиться, главное. Активировал. Почки лимит 4 юза, да. Дальше она ничего не дает. Так было бы сильно веселее сейчас, да. Сейчас бы столько было бы детей. Если бы можно было это спамить бесконечно. Но, увы. Я детей, так я Дилбрима взял. На этаже. Ломал для сейва стрика. На Теласте такое было. На Едене такое вряд ли было.
либо не помню. Принц уже не такой сложный обычно. В среднем. А Теласта, да, я ломал ради того, чтобы это сейвить стрик. Потенциально. Дедморк. Зачем? Давайте мы едва лил грима. Ебошьте. Вот.